Ароматы спелых фруктов, овощей, цветов и свежего меда встречали гостей традиционной выставки «Дары осени» в Центре культуры и досуга в НЕФ. Также на ярмарке красовались глиняные игрушки и сладости ручной работы. Мы решили в этом году «Дары осени» провести несколько в другом формате. Мы приглашаем все центры, чтобы все центры показали достижения своих ветеранов, что они вырастили на своих участках. Осенний праздник урожая проходит уже в шестой раз. В этом году организатором стал Центр по работе с ветеранами-пенсионерами РФЭЦ в НЕФ номер 4. И участников, и посетителей привлекает возможность обменяться опытом выращивания культур, а также увидеть и приобрести что-то необычное. Мы решили показать, на что же готовы ветераны именно Федерального ядерного центра и как они встречают осень своими урожаями, заготовками и показать еще щедрость наших ветеранов. В рамках выставки выступили творческие коллективы, которые исполнили всеми любимые песни. В течение мероприятия с лиц горожан не сходили улыбки. Для гостей организовали столы доброты, на которых раздавали все бесплатно. Всех угощали чаем и сладостями, а организаторов благодарили за положительные эмоции. Организаторы считают, что праздник удался, и надеются, что эта добрая традиция будет продолжаться, привлекая с каждым годом все больше участников. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.